Мы рады приветствовать вас в этом гостеприимном зале на галоконцерте 6-го международного фольклорного фестиваля конкурса «Истоки». Надеемся, что знакомство с новыми для вас коллективами или встреча с добрыми друзьями оставит о фестивале только добрые впечатления. И слово для приветствия предоставляется директору фестиваля Ольге Алексеевне Абрамовой. Дорогие друзья, мы рады, конечно, вас приветствовать на 6-м международном фольклорном фестивале, и я думаю, что мы его открыли. Ждем результатов. Спасибо вам. Спасибо вам, Ольга Алексеевна. Ну что ж, а теперь переходим к самой, наверное, замечательной части нашего мероприятия. Это гала-концерту. Программу гала-концерта продолжает казачий ансамбль «Люба» муниципального образовательного учреждения «Центр детского творчества Чирыжского района». Руководитель Карпов Николай Дмитриевич. Песня донских казаков «Гуляй, Настя, в саду». Встречайте! Старообрядцев Зыряновского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. «Пойдем дыбом» исполняет фольклорный ансамбль «Узорье» села Первороссийское Зыряновского района. Руководитель Елена Филимонова. Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города Кемерово. Встречайте весеннюю закличку. Thank you.
горки Калина. Народную песню исполняет ансамбль «Озерье» студийно-зрелищного комплекса села Озерки Тарменского района Алтайского края. Руководитель Екатерина Яцубко.
большое, ребята, замечательное выступление. Я думаю, вы все со мной согласитесь. Давайте проводим их аплодисментами. Центра развития творчества детей Ленинского района города Барнаула. Руководитель Татьяна Бугрова. Ансамбль «Узорье», Алтайская государственная академия культуры и искусства. Руководитель Ольга Щербакова. Казахстан. Ансамбль «Узорье». Монголия. Амарзая Мунх Эрдене. Монголия. Цириндава Насантоктох.
Tutmadan ölür. Oh.
нашим спонсорам. Это Барнаульский пивоваренный завод в лице Зыбина Александра Викторовича. Вот ваши громкие аплодисменты. Говорим большое спасибо творческому коллективу информационной программы «Наши новости» за постоянную информационную поддержку. Спасибо обществу с ограниченной ответственностью «Планетастрой» в лице управляющего магазином «Уютера» и Гошиной Полины Викторовны. А также благодарим генеральных спонсоров компанию «Маловид» в лице Виктора Михайловича и Татьяны Михайловны Дворниковых. Ваши аплодисменты! И давайте поддержим всех, кому сейчас достались награды, и кому они не достались. Они обязательно останутся в следующем году. Ваши аплодисменты!